Я хочу поздравить президент с годовщиной 25 лет, День независимости Казахстана. Еще хочу поздравить народ Казахстана. Этот народ великий, великий народ, который всегда укреплит это отношение между народами. И 25-го годовщины это была великая революция. Революция, культурная революция была, и экономическая революция, и строительство революции. Это значит, будет большой успех для этого народа. Это я хочу, чтобы пожелать от души, от имени Ярданских королевства Иордании, народ, президент и народ Республики Казахстана успехов и удачи. И всегда пусть период эта страна. Тавол сиздик, кутту болсын.